Это вам. Вау! Спасибо большое. Простите, что я снимаю на телефон. Мои хорошие. А это вы будете... Тетя Катя, это ты будешь надевать ребеночку. Ой, как ее притащил? Ой, привет! 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 Поздравляем! Проходите, только там маленького только уложили. Так что вы сильно не вопите. Так. Потому что он не ожидал такого. Мама, а ты тете Кате не подаришь эту качалку? Тете Кате? Наверное, не тете Кате, а Савушке. Так, вот такие движухи сейчас. Здравствуйте, гражданочка. Как ваши кошачьи дела? Ставь, Ралаша. Вот. Там еще доставочка будет. Ребят, что происходит? Без необходимости. А мультики сегодня ожидаются? Выезжайте на транспорт. Не убивайтесь и не паркуйтесь под деревьями. Полное настроение и большая. Так. Смотрите, что он сделал. Будьте внимательны и осторожны. Разносит тебе хату потихоньку. Видела, он колесо оторвал. Ролан, прицепил? Больше не отрывай колесо. Всем привет. А мы сейчас спим, как видите. Читаю комментарии в некоторых группах и просто поражаюсь, когда пишут, что стрёмная фотосессия, ньюборн, зачем так мучить ребенка? Девчонки, его никто не мучает, он спит, его аккуратненько перекладывает фотограф. Все это происходит под белый шум, аккуратненько, нежненько. Малыш не плачет, не просыпается, поэтому это не муки, а наоборот классная память. Вот. Что еще хотела сказать? Большое всем спасибо за поздравления. Безумно приятно нам вот с этим вот маленьким сладеньким. Вот. Скоро будете определять внешность его папы по его внешности. Такая вот шутка дня. Вкусненькое какое. Кстати, помню, у Леси, у моей подружки, спрашивала, какое будет лицо у малыша, на кого будет похож. Вот она мне так и сказала, что будет с остреньким подбородочком. Ну, увидели на фотках. Татьяна маленький спит, мы будить его не будем. Вот, и похож в основном будет на мужа. Так и все сбылось. Леся, наверное, видела этого парня, красавчика нашего. Так. Как все написали, приехали, поели хорошенечко у Кати. На совенка поглядели. Людям Тигран не дает покоя еда. Вот как мы едим, им очень печально. Мы живем и работаем только ради еды. Роланчик, ты что-то сильно... Поэтому просмотры такие большие на видео с едой. Сегодня дождь. И только с этим фильтром я буду красива. Потому что макияжа 0,0. И чтобы самые красивые, самые идеальные сейчас не писали мне, какая я самая страшная, старая. С фильтром, конечно, да, прикольно. Но, по-моему, будет написано на этом фильтре, у кого я его взяла, подписаться нужно на этого блогера, который маски делает, и будете тоже такие. Стётя, нашёл мамину резинку, да? Нельзя в ротик. Грати. Нельзя, нельзя в ротик, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Мой.